Здара тизе, айт нас, это, озо аханда. Сверху это ядем. Он хочет нас записать. Что ты хочешь, слышишь? Где родилась? Аварам Григорьевич Ирландию Тюркун. Ты уже включился? Да, айт нас, из ханда доходан, взгляд. Мен доходан, ах мечте я зову. Вообще мама султана, но ах мечте. Паспортом все Симферополь, да. Значит, вы родились в Симферополе, да? Да. Хачинджилы доходаны здесь. Вот изучки. Вот изучки. Мамут Султан, э? Я в Симферополь. Симферополь тебе пиши. Говорят. Симферополь пиши, Симферополь. Паспорт Симферополь. Угу. Сизин, она назвала до нас. Ваирова Мирьям. Ваирова Мирьям. Ваирова Мирьям. Она родная была моего... Дедушке родная сестра. Да. Но она от болезни, да, умерла? Ага, болела. Приехали, умерла, бедная. Ирты Ольда, как хочешь, болеешь. Значит, вы Баирова, да, идете? Нет, а, по матери Баирова. Мать Баирова. А, по отцу? По отцу Апазов. Апазов, да? Апазов Абляким. Апазов Абляким. Он, значит, Мамут Султанский? Он Мамут Султанский, да. Отец Мамут Султанский, рожденный Мамут Султан. Вот всех Нила Хападлар реабилитировали. Угу. А вот Баирова Мирьям... Это мать моя. У нее как родители звали? Родители, о, ее родители... Она снада Эдие. Да. Баба снада Бекир. Да. Бекир Харбабаса. Баиров, э? Ага, Баиров Бекир и Баирова Эдие. У тебя же есть вот эта хронология? Да, да, ну вот он сейчас просто вспомнит, да. Угу. Она умерла в Казахстане. А уже их не знаете, да, вы? Кого? Бекира. Знает, бабушку где знала она. Бабушку-то я знала, да. Да, она в 60... Бабушка-то в Аксапозе... В 68-м или в 63-м? В 63-м году умерла бабушка. Это в 63-м году она умерла. Я ее даже видел и знаю. Да, бздёсар, да, я раньше. А к Митилинке в 63-м году в Казахстане Челик-то в Аксапозе она умерла. Здесь из Бахмазеп. Похоронена там. У вас фотографии ее есть, да, бабушка? Нет, откуда может быть? Бабушка, а, у нас есть дома маленькая фотография, Дие же там бабушка, седая такая, в альбоме Дие. Она даже меня это привозили. 50. А вы в Симферополе где жили? Краснознаменная, 74. Ну, вот как раз вчера показывали. Даже 74, это же да? Этот там, Намус находится. Да. Там рядом, да? Медресе, Вашидер, Барада. 34. Там... 74, правильно? Значит, там джами Янда, да? Да, да. Это потом делали джами, наверное. Да. Сейчас вот этот Тимур Челебиев там находится. Намус. Совет старейшин. Краснознамённая, 74. Ну, вот там ее дом. Это же раньше Хазыл-Аскерская называлась. Кадыскерская. Как? Кадыскерская. Башта Кадыскерская. Кадыскерская. Кадыскерская большая. Кадыскерская башта. Потом краснознамённую сделали. А вы хорошо знаете Симферополь? Ёх! Ребенком же была она. Я еще маленькая была. Потом мы в 44-м году в Мамут Султан переехали. Видишь, когда перед тем, как выслали, да, с Мамут Султан? Да, потом день вошла, да, обкермим джим. А дом кому остался? А дом остался бросили, там. Просто, бросили, да? Уехали, да. Но мы там, двор был во дворе. В общем жили. Дворе, да? На Абатис Зингде Бздёторгане, Павларами, Телесн. И ККЗ, Нурье, эти вот, Шадье. Бабан Хапаган Сон, он бабасын же тоже жіберді Узбекистанға қапа. Да, как раскулачены или нет? Раскулачивали их, да. И она у нас жила тоже. Это Арабаджиев? Арабаджиев, да. Вы на ваше место сели из этого? Урал-то, да. Урал-то, да. Көргендім ме он? Юз яшна деву, Арабаджиев. А, озным? Да. А, умер едім, бір шейді адағады. Бар да бар. Көргендік, мен көргендік. Шаден бабасы. Шаден бабасы, да. Ему около 100 лет было тогда. Ну, Рабачиев. Да. Первая была провизор жена эта, а потом она умерла, он на еврейке женился. И там еще дети были от еврейки. Угу. Значит, как мы с вами родственники? Ей, много ума надо, что ли, как родственники? Значит, Баирова Мирьям. Совсем шашем. Была родная сестра моего дедушки Баирова Мемета. Баирова Мемета, сестра. Твоего прадеда. Мирьям, родная сестра. Да. Родная сестра. Ну, вот Баирова Мемета. Гирею, ты можешь даже написать. Вот Раметле
Акиме, ну там по Значит, вы с Буйканой двоюродные, да? Да, да, да. С Мурвет Буйканой. Да, Мурвет Буйканой, мы двоюродные, да. Так же, как с Искендером двоюродные, вот это сейчас Павлов Кисикин, да? Арсен Бабасов. Арсен Бабасов тоже двоюродный. Тоже двоюродный. Нариман Ага, это Ильмира. Вы же помните, там Мамут Султане рядом село сжигали, Бык Янкой. Да, Бык Янкой, всем барганин гузерах, а помнишь, а Рамит Ильясна, она же умерла. Вот они там жили, а потом переехали Мамут Султан, Бык Янкой. Ну я не ходила, я ж маленькая была тогда еще. Я не ездила, не помню. Мамут Султан, и только барлык, бык кере, он дунтым. А Ауштаға барған дедіңіз? Ауштаға. Мында кен соң бармадым, бауым. Йо, женк вақытылары. Они, да, Барай, были, у нас даже фотографии. Барайдык, ты Бикана. Бикана, да. Это для Ра Акте. Идея Хартана Барайдык. Идея Хартана Барайдык, да. И да. Они сфотографировались, это, наверное, там, перед войной, да? Перед войной же это было. Для Ра, для Ра. У вас сохранилась эта фотография? Да, альбом да. Альбом да. Чачилер, Чачи, Чачи. Чачи Ляра была, я Чачи Ляра. Это вот это, есть Нияра, которые это, живут за центральным рынком? Ее мама и Бикана, и Ляра Тизе сфотографировались, такая есть перед войной. Толку нету от этого. Сам себе смотри. Как вы 44-й год помните? Ой, как все это рассказывают. Это, загрузили, смотри, везли, вот привезли, повезли в Ташкентскую область, в Паркент. Мать умерла в 1945 году. Остались одни с братом. Вот это помню. С родственниками остались. Жили. Это вас с Мамут Султаном? Мамут Султан нас выслали, да. Мамут Султан нас чхатлар. В 1944 году. Мать умерла в 1945. Отец в 1938 посадили. Как у моей мамы, да, получается? Да. Энхабабам тоже в 1937 посадили и да, ничего да. не знали. Потом весточка пришла, что он умер? Писали? Ну да. Я ж писала потом в Одессу, оттуда пришло это, что его ребетировали и что расстреляли его. А где неизвестно, в каком месте? В Одессе. А, в Одессе? Так и да, написали, ничего. В Одессе расстреляли. В общем, 28 февраля его посадили, а 3 марта уже расстреляли. Так быстро его. Хабабам его отправили, так и неизвестно. Сизевар мне, да? Документы бар, да, документы бар. Сохранили, они есть? Похоронка есть, да? Ну, вот это вот листок. Что реабилитировали. Что он реабилитированный, да. И потом вы с Ташкентской области в Алмату попадаете? Потом, да, в 55-м году в Алмату переехала. Ну, Фазля Алла уже андаде, Алматада, да. Ну да, улар бревский. Улар мен бабам нен вақта вербовка нен шкенедлер, да. В 46-м году. В 46-м году, да. На Фахрилер, Филера, блядь, из уларе, все вербовка нен шкенедлер, улар. Бабам труд армейден качып келді, анда Узбекистан. Анда как раз або агроном, как его звали, да, этот верб. Латифов мен шо? Хатипов. Хатипов. Хатипов, Хатипов. Хатипов сам бір урус товарде. То есть я не говорил эту фамилию. Агроном. Бұшы еді фамилия сам. Тяпкин, Тяпкин, Ляпкин. Я. Оғланнар бар еді, екіда не я. Здесь футбол ойнап жүрелер де балалар. Қайда? Агроном был. Бір агроном бар еді. Рус адам? Рус, рус. Да, да. Ахымнан чықты. Ну, ладно, не важно. Беляков? Беляков, да, перед Беляковым еще был один. Еще раньше. Еще раньше его. Да ладно, не вспоминайте никак вашего. А вы учились это в школе, да? Да. Татарской? Русской. Русской? Русской училась. Вы, значит, русский хорошо знали, да? Я русский хорошо знала, да. А в Симферополе не было татарских школ? Были в Симферополе. Комбулёна? Сзади нашего дома как раз у школа была. 13-я, да? Не помню, какая школа, но через... Бабам тоже учился же 13-й. Артенда школа Барида, Клара Светка. Нет улица, а там не А какие там рядом еще улицы были в Симферополе? Ну вот же, ты что, Краснодар? Сухи Бариду, Ерлерде. Улица Кантарная, Чингин Елен улица. Да, сейчас Чехова, Кантарная была. Кантарная, Сухи. Вон там, да, да. Клара Цеткина была, помню. По-моему, наша школа на Клара Цеткина. Да, центр там, центр рядом.
Йог центр закрыли. Ну, Крылова, Крылова же рядом там. Да. Сутки рядом, да. Тогда же город был близкий. Севастопольский бригер. Да, да. Сейчас он Севастопольский, он по-другому назывался. А в Ауште как вспоминаете? Ауште к бабушке ездили, вспоминаю. Куда вы, в какой район Ауште ездили? Ауште, она в Беконаде. Ну да, вот где тетя Лера жила, партизанская. Где Бекона жила, 15 апреля. Да? Тот этот район? Да, да, партизанская улица. К морю близко. Там к морю красиво, розы цвели. Да, розарий был очень красивый. Да, очень розы красивые были. Море рядом. Эти розы сожрали, через дорогу, да? Море было. Не сожрали на пески, да? Духи, я поэтлера, крымская роза, духи бретты. Да, да, да. Он не зурной. И на море ходили, да? И ходили на море, да. Я один раз чуть не утонула. Ну ничего, я ж не привыкла. Ну, да. Да, не чисток, и пошла туда. Чистая. Вода, она хорошо плавала. Они-то умеют, они сходили. Чуть не утонула, тогда им мурвец шарали, да, ларом метились. Так помню, Алушту, как красивая Алушта. Но вы ходили там, этот... Башни смотрели. Йох, не помню, джами. Да, не помню, не помню. Ну, там джами рядом был, видели. Не помню, он тхандар. Ну, вы в гости к Мурведбу и коне ходили? Ну, конечно, ну, да. Общались. Общались. Они же жили там. На... Они жили на этой улице, в этом доме жили они. Нет, рядом жила, Мурвед рядом жила. Эдьеби, когда она барает. Этот дом, бомба упала, да? Этого дома нет уже? Этот дом целый еще, говорят. Нет, это бабушкин дом. Бабушкин дом, Эдьеби, когда она, да. Мурвед Буйкана дом взорвали же, да? Это... Генуевская башня рядом. Да, их нет. А Эдье Беканан дом, говорят, еще травли. Да, там внизу магазин сделали. Ага. Давно же, Гири, ты же а знаешь. Жилое, без Андавар Ландик. Апрельская улица. 15 апреля, 29. 15 апреля. Раньше называлась Генуевская, да? Ленинградская, да. Ну, бельми масло, я не помню. Баба. Не, ну Ленинск. Как, раньше тогда не было такой улицы. Называли Мале. Мале же называли, Мале. Да? Юхар Мале, Юхар Аша Мале. Мале, да, вот так называли. Аша Мале, Аша Мале. Да, да. Сен узын апасын. Узын медайсын. Чалышасын. Чалышасын. Медайсын. Бақаласын. Алыштың бір озын яшайсын. Евлен енді, евленлік керек енді, евлен енді, бір озын отырма. Эр куна айтайық. Конечно, Аллах хайлы қызметлер берсін деп алам. Сон сіз қачан ене көрдіңіз Мұрғет Бойқанан? Қачан жылы? Больше приезжали в табак совхоз. Они в табак. В каком 63-м году ее привезли, и она умерла в 63-м году. Ну, это Эдье Беканан умерла, а Мурвед Беканан сидел тратить. Ну, она к вам приезжала? Ну, да. Табак-совхоз, да? Табак-совхоз приезжала, да. Алып келеді, балаларын алып келеді, оған шыпан алып келеді. Приезжала она, бабасы, сон, неме. Я впервые, когда в 68-м году приехала, я впервые. А сен келмедің, а оған алып келеді, Леновнен немені, ескендеріне. Бабаң келген еді, сон бабаң больницада, ятқан еді, глазнойда, біз барған еді, глазной больницаға бабаңа. О, ты много чего помнишь, оказывается. Я помню, я только много не говорю. Да? А название пальцев сможете сказать? Ана Тилинде. Ваш пара. Изетага, ярдым... Изетяша, бля, он хорошо знает. Ярдым этнес. Неге? Буа Аденасал. Пармахларын... Ваш пармах, югарма. Ахчым? Йо. Пармахларын назады, татарджан. Буда, бешене пармахлар. Татарджанас, бу... Набу, 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 нас татарджа. Зетага бурундук коенде, не? Да. Бу эски хрым район. Ваняга данданди, да? Да. Сюдин рождение есть, прямо с Крыма. Может оттуда перепишешь. У вас тоже, да, свидетельство о рождении? Да. Татарском, да, есть у вас? Да. Давайте. Гора. А потом вам выслали, да? Гора. Он татарском. Мне 5 метров. Да сейчас не надо ему. Просто вы хотите сказать, что у вас на татарском, да, написано? Она, баба, да? А Вани не был грек, а что ли? Или... Зачем? Зачем? Татарин был он? Но это же Иван по-татарски, Вани. Ну что, Вани называли так. Его Вани звали, откуда я знаю, Иван? Это русский потом звали Иван. Ну это без этих Вани. Вани, ходили, Вани, Вани. Сис хачин жилы доғдыңыз? 36.
аты зовут? Сіз хатырлайсы сөзі койны? Конечно. А как ж? Он да? Больше меня знает. Сізде кой хач, этот F вараде, анда кой де. Хач F вараде. Я, о, бұрындок нозы, яқтайды четте. Сен ойда ер барда шынды, тәне келді ұнады. Насыл? Тәне келді. А, тана келді? Сен ойда, сен... Yok sen uzun koyuna çarpan. Yok yok tuta tuta. Sana geldi. Onu yazma yazma sen. Yazma onu yazma. Это не его. Yazma. Koy, да. Его бурундук. Anda Hamedli Noman Karbaba'nın koyu da vardı. Kimdi bir yakında? Nasıl oldu? Kulak visit na doğru. Muzi'nin babasının koyu. O tabi sarayda bir yerde. Tübet saray. Kulak'ı da. Kulak'ı da. Tübet saray şimdi. Kripçova nazivayet. Кривцова. Да, да, не лет, чохрах варвай. Родники. Чохрах. Рамедли Нубинага, Савулганда, Безваргандиканда. Ставок. Да, ставок, но не лет, родники бьют из под земли. Ну, без Чохарганда, родник башна кетерли. Да. Кетерли гири толклер. Бір кезе яттық. Сәмек кезе яттық. Ано ерден де сон, эй, судырлар келділер. Асол, асол, асол. Ну, сіз көйде хач адам яшарды, хач еф варды сізде. Мале варды, яда ефачық көйде. Джами, біршілер өлі. Отар мале. Отар мале дейді. Отар. Отар мале варды. Орта, наверное. Это мало, да? Йо-йо-йо. Орта мале, наверное. Орта мале. Да, орта мале. Средний. Бияқта тане келді, бияқта бұрындық еді. Бу янда койлер насыл бар еді? Ну, байки да, тане келді. Тане келді. Тюбен сарай. Жоқсы, жоқсы. Ну, тюбен сарай тоже ол. Ev var yok yazmak gerek onu da. Tövbe saray. Tövbe saray. Mırza koy. Mırza koy da dağlar içi dedi. Ya ne var ediyor ha? Ha, Vakup. 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 Bu nasıl rayon sayılırdı? Eski Kırımski? Eski Kırımski. Ne? Vapsu yerler Belogorski rayonda olsun bu nazivatsa. Başlağan her yer, şu birinciler netim yerde yaşama Sarı Kırımski'de. Babam da Sarı Kırımski yazdım. Siz özüne nasıl aytırdınız? Тау бою адамлар или насыл? Орта? Маға көлемсі бір. Понимаешь, мен ем өтілді, ем өтілді. Мен анам тарақташтан. Бабам ішкі көйінде, советский өзде. Доғма. Яша едік анда. 4-9. 4-9. Екі араба беріп алған өйрден топырақын. Тарақташылар олар қысыжа қанылы өлі адамлар. Тарақтар да, тарақтар сізді. Олар тойға барсалар, обязательно тойын бір қауға шығарып. Ашық қауға мәселер ұмады. Тарақташыларын айтылар, тойға барса олар обязательно қауға шығарып. Значит, сіз андан келдіңіз яшамақ үшін, да, бұл көйге? Йо, бабасы не де? Олар енді анам, осы мұна біле. Анам Судақ районынан тарақташтан. Бабам Ишкі районынан. Районынан дегіл, Ишкінің өзінден. Бабам өвленген. Туда-сюда. Айлысқандар апай. Жоқ, айлысқандар. Өлген апай. Вақтылы да апай.
Бу биринчи апай. Биринчи апай. Экинчисин анам. Анам да баласы болмай деп одан айрылганнар экен. Ну тапшкан бар, айыр анда просто. Сон буне тапшкан сон бала баса-баса болду да сон. Значит, ахайда тамыр жокту да? Урлук жокту тамыр. Ончон бала жокту да? Ана. Дорт кыз. Агымдан жекмиз. Алты бала. Шорбан бар да. Алты баладан азалмай өттү бу. Бу вакытта. Но анда яшаган адамлар улар насыл эди, улар насыл тилинде офицерди. Улар ногайларга якын, э? Вашнуй ногай тили. Баняга ногай жолу битмезди. Так мен де сөзүм бар десем, сөзүм бар этмейм. Да? Ногай же билесиң. А как? Ондай жапта. А, сиз ана тилинде офицерсиз, э? Таракташ. Битем бар эди 105 жашында. На улице тоже ходит, да? Вот верно. Вот теплер, бутылочки. Сюдах район, да. Мен билейм, анда джума или кой вар. Вар и все, уле. Джумелю это приветный. Да, уле, адам. Анда, байт, дер бар. Похвалили, Анифе яхты, да, да, ага, яхшит. Какой день? За Анифе. Да, натисна. Анифе, да. Я не верю, а сіз Алматы ана сол түштіңіз? Бүзім. Алматыда Солигамский район, город Боровск. Не-не-не, не будем ходить. Пермская область. Вахты Молдовский, я поехал в Мюрдер, Брега, я помню Дарна, у Лифе Халдо. На улице постелили, а надо миллион чипи нас. Она я шадах. А где-то дом стояли. Кедык. 105 жашында бисам. 5 минут отобрать. 105 жашында бисам. Не-не-не. Келіп түштік. Клуб ішіне кетіріп, файе бошаттылар біздері. Записывай диктофон. Бір паша аты сөйлерді көл, енді яшылар келішкен сөйлері, олар где ұл жеті, да, тишка үйтсі жей. Ну, дейсен, анам 48 жасында еді. Бесан 105 жасында. Анам чалыса. Пауруз базай бергендер, пауруз базай да уақыт ене, пауруз жүк ек, тоқып сөр үшін. А пауруз базай бергендер. Русчада не А, не Б. Сон 5-ші күн анам іште, бітам ұрыябам, ұрыябам білесін де ұрыяды. Фазылылар. Сайстарым тарап отырайды. Шуриялам. А вот этот... Я ваш ятча. И все, привет. Ой, о кадар елда утек шу. Елда нас отырттылар. 105 жасында адам ханда түшер. Но біздер балалар, бізінде ей бермейлер. Его дети? Секір түшеміз баласын жанына. Соңғы бауынға секіресің, как-нибудь цепляйсің, пошел дайсың. Олеу масам, яшайыш ек ада. Ну, түстік біз анда Уралы. Сразу баню, бүтінісін де ұрба, мұрба, нең бар бүтінісін прожарка. Она бундан, 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 бундан. Алматыга качан келдиңиз? Алматы? 59-да армияны бүтүрүп, армиядан соң 58-де келдим армияда. Сиз армияга алдыңыз, э? Сиздин 36-нчы бирлиге келди. А и пленнилер уларын алмаган деп. Йо, бизде вот кошумуз Жумер. Ип номерин алдыр армияга, ипин алмады. Ип старший. 36-дан алып башталдылар. 35 түшті, 35-ден де рас келеді балалар. А сізі насыл фамилия? Яқшы.
Не фамилиям. А ну, еще не... Я удовольствие получаю. Свидетельство вам берси, добрый я зарядил. Лера, берси, чхаса свидетельство. Значит, этот Пермский край, да, вы попали? Пермская область, да? Пермский. Там же эти пермяки живут, да? Пермяки. Это все сделали они вам, да? Это все, все Россия, все Россия это. Но вот они так, все равно себя считают, мы пермяки. Ну? Они чуть-чуть отличаются, да, язык там. Они в бараках жили. Сколько я прожил, они в бараках так и жили там. По вербовке они приехали сюда. А вот эти татары так и остались там, Пермском краю, да? Какие? Ну вот все, кто тогда был выселен. Ну, многие уехали, некоторые остались. Ага, ага. Ну, а бабушку там в одном месте? Это от года, да. От человека зависит. Они многие ассимилировались там, женились, спелись и все. У него все документы. А многие уехали, вот как сейчас Крым. Приехали. Но уезжали активные, а пассивные. А для тупзем проглом барят. А что? Ну, мы пацаны, он тоже... С паспортисткой познакомился сам. Паспорта с Озни Кенешкин Балларова паспорта я садзам. Зудла Китлеровна. Умер Хайридину забарай. Хайридин не умрешь? Везет Хайридин? Не, умер. Он Симферополь сейчас. Энбиюго. Самому? Умер Хайридина? Может быть еще отсудить этот дом. Хороший дом. Ну, Симферополь, мы его коргендим. Хороший дом. Магазин. Кто это такой? Хороший, да, ну, это наш табак совхоза был, Харидин. Харидин, он один из первых в Крым приехал сюда. Аделея была, помнишь? Я убил Михана Беличек, ладно. Сон, ну, Хана Беличек, мебель, а у Хана Беличек. Ну, Аделея... То есть вы Аделея Сундузлен охорды. После армии сразу в Алматинскую эту попали, да? Нет, после армии домой приехал я, как? Пермская область, город Боровск. Анда кеды, сон, адан китыгыз табак совхозга. Да. Китыгыздыгы... Мен армиядан, мен өзім үшін айтам, вот так. Армиядан сон өле. Бардық ішке кірдік, ішке кірме бардым 16 яшында едім уақытта. А вот шымды, мында яшаған адамлар варым, хартлар бүкөйде? Халды ма, дуаларда көресіз? Ен балабан хартлар олса 75 яшына өле сойлары. Харт сойлары уже йоқ. Халтлар йоқ енді. Міне, Белый Орел, міне, молалық япасы, Ешреф, ну, олса 75 яшынадыр олса. Ода да, варым, йоқ. Да, и то даже навряд ли. Йо, вардыр, вардыр. Уле глубокий старик уже нету. Йоқ, 75, сіз не дейсі, бля? 80 вардыр, 85, 90 вардыр. Нету таких глубоких стариков уже нету. Вот здесь, им бегу, по-моему, я говорю, позвонила, я приехала. А халярный шли, а халярный шли, наверное, я. Асен ее забрал, я, Асен, она если... его переночевала, а утром отвез ко мне. А, думаю, вот так им нужно было. Асен, не нужно, гаражу надо. Да, что там сказали? А? Тут пищи не да, 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 он то старше вас. Больными глазами ехать за 100 километров. А это что он вам же... нужно, чтобы к маме повезти? Да, я так и потом, потом догадала. Пятеро сыновей. Да, думаю, вот так проживает. Ну, он старше вас. Позвонила, оказывается. Ну, старше вас. Ай, да, тогда вот отрынус манда. Манда отрынус. Фотографировать вас хочет на память. Сис бер-бер хачил я шасис. Вот, золотая свадьба. Ильил. Не-не, пусть будет. Как раз хорошо. Как раз он моряк. Давай я. Да, морячок. Морслужба. Морслужба, да. Все хорошо, все хорошо. Там на фотографии не видно. Хач, Ильи, Вар, э? Да, да. Золотая свадьба, да. Или еще больше, наверное. Нет, Ильи. Не будет, да. Я шайсу за это. А, я шайсу. А, в нашей штеле. Бахнус, ну, манда. Я не мешаю? Шин, тохтам, на, поищу, поближе сядьте, чтобы вас... Да, это да, обнимитесь это, да. На память. Чтобы обязательно фотографию переслал, сам понял? Фотограф. Путики. Где? Анда Бахнус, пусть чихаться, ага.
Улыбайтесь. О, молодцы, хорошо вышли. Машаллах. Только фотографии, смотри, пришли. Рамку сделаем, повесим на стенку. Улыбайтесь. О, молодцы, все набавно. Да. Ничего, нет, сейчас, сейчас набавно. Еще не сидишь, когда вы. Да, да, добро, добро. Память есть память. Так что... Изет ага, сизге задание, пармахларын, атларын, это, керек бы мне. Он знает, он сейчас просто не это, знает. Знаешь, пармах сайлям, мы не сайлям. Черсть. А? Черсть. О, запишем, что ты не знаешь, что ли? А я бу? Урса. А на курдом, блин, я бу? Урта? А на бумимза, бумимз. А бу? Мизинчик. Чанати. Бу мизин. Чанати? Бу чанати пармах сайлям. Бу черт? Ады? Будь черта, да бу. Указательный, как будет указательный? Сейчас вспомню, подожди. Мен бронжи кирил, ну, вот запиши, бу сезон этот насал тильде, бу. Причем тарахташча, да, я да бурундух коинде уля. Вот бурундух коинде так говорили, да. Черт пармак диедлер, я бу, я бу. Да, ну, черт пармак мне бу. А ифах сое? И фахсою чинати там. Не, ну чинати догру айтты нысе. Вот черт мен бірінжі керешті. А сіз ауышта тілін білердіңіз? Ну как, Симферополь, ауышта, как она сыла? Почки нас олачақ, почки. Сейчас что ты как это проверяешь, что на тебя обязательно? Не, просто сезна она нас дала фетерди яхши, да? Конечно, нам так. Мы в Симферопольске каршы, и орта тыльдым мен. Да. Мен не в яхна, не в яхна. Бюрек где? Бюрек где? Бюрек где? Ну, сізде, доғры бұйрек. Неге? Бюрек. Почка. Сізде доғры бұйрек. А, разные койден, по-разному почка. Говорили, да? Женя и Фредили. Почки. Эр койден, да, по-разному. Даже но вот в основном, бетонбахта бузын, угу. О, уже чистый-чистый судакская. Да, Тартанага. О, Леуса, сез билисис, насола джах подснежник, как будет. Ахбардак. Йо-йо-йо-йо, Ахбардак, по-другому. А он, да, основной мелюшеде. Мелевши аюгуль варды. Ну, аюгуль, да. Аюгуль это пион. А вот подснежник сизде сёзу вар сизде. Не такой, как не ахбар. Давай, Гирей, уже 7 часов автобусы не будут. Ондан басқа, біз дере бой яшайды. А Гирей ухал. Ямбырдан кеткен дере. Нет, жүнді олмады, да. Музейлерін койды, доғранда шықа. Ара, шықарда бір ерге деп, лап кесенде. Тюбен сарай. Тюбен сарай. Музей на кой? Музей на. Да, да. О, вот с того крыльям, да, мебета хайбарет тебя. Ну, ясно, ясно. Нарезим? Да, тезе, можно было посидеть, но ашкы, да, Евге. Айда, корышкенджи. Сметулся, дан корышу. Давай. Ай, зета, машалла. Езет, ага, машалла. Машалла. Айда, бір китап язғанда. Да, обязательно запиши. Бір китап язғанда, сізнелерді язар бұ. Бір китап язғанда. Ясында, ясында. Бұ ады насыл бұны? Татарджи. И тоже такие вопросы задаешь. А в Буно вот варда этот? Фешега. Баджа. Йо, баджа буэ. Сурме. А вот... Наса? Сурме. Недербу. Сурме. Недербу сурме. Ну, по-русски скажите. Задвижка. Дымоход или... Задвижка. Да? Задвижка. А везде чекмедже эти лар. Ну вот. Чекмедже, это вот, это вот. Чекмедже, вот. Это, ну, это да. Чекмедже. А сис... На задвижку сурме эти? Сурме, говорите, да, сурме. Да? Больше или... сурме, да. Элекке не дегерсен, да? Элекке. 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 Бізде элек дегер. Йок, тарақташла не это? Элек. Элек. Йок, она кружку тоже, да, брат? Сіз кота этердіңіз, а? Кота, бабушка, да. Кота, бабушка. Да? Сен самый главный, Гири. А. Это Ган Фурашкасын фотографируйте. Настоящая грузинский шапкала. Мимино, мимино. Даже название балки есть. С
синефтар, анда айтилер, ангурга. Ну, бельмем, тарахташта, береги, башка, я все сделаю. Анда хатхлайсин, талярка, гири. А? Гири, хатхлайсин, дик. Нечем. Чек, штырдыш, надам. Йо, изетаганин, лебр, ки учсат, отурганда, умаэр, бирше айтер. Вот эти же названия тоже были раньше, все эти. Ана тилинде. Фошкаларым. Бежды, например, мына бір ойында форчка дейінлер. Да? А подоконник? Подоконник. Подоконник. Буна солоджа. Не дырба. Жүпелек дие берді. Мұнда, е? Бұрындық көйінде. Бұрындық көйінде оттан деліңен де. Босаға, да. Но мұнда жүпелек дие. Айда, Эльвира, давай. Бұрышал, шып. Не успеет уехать. А бұл насыл? Сутлю вот. Печенье сделай. А, да ехать. Кім біле оны, біз біле ұтлар олайды, ағында сағыз япайдық. Сүттен несі шығады. Не выходите, четырите, опять болуту, опять болуту. Бұдан сағыз олмай. Йоқ, бұған ошаған сой дейді. Да, да, біз де сағыз япайдық. Құрда көрмей, да? Тамырым шығарысын, тамырым сілеу нелер олар де. Таште ұрып, таште ұрып, 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 ауғысын алар дек. Это подорожник. Йо, баха, я прах. А меня хочу. Айда, корышкенджи. Айда. Айда, айда. Айда, айда. Айда, Чухман, садись ступенькой. Ты это самое проводи? Не-не, может провести домой? Да, домой здесь сделать? Или присядь. Пройдет она сама. Не-не, вот здесь пусть не упадем. Не надо ей возвращаться. Попрощался, Гирей, попрощался. Айда, давайте, салхне халам. Салхне. Ой, машала, машала. Да, да, да. Мы сегодня это. Салам. Давайте. Салам. Ну, бу эрлган. А. Эрлган. Давай. Бу эрлган. Эрлган. Сон бу атхулаханда бар. Бу атхулаханда.